Ну вот, скутер прослужил нам более 1000 километров. Отвозил кучу цемента, запчастей, в общем, помог глобально во всех отношениях. Сэкономил кучу денег, потому что заправлять его топливом не надо. Ну, первая вот поломка. Сейчас будем смотреть, почему и как. И из-за чего это произошло, и как это все разбирается. И вот этот вот хмырь нам будет помогать. Коронавирус, да. Вот, смотри. Вот он саморезик, да. Здесь-то грязно. Диск разборный, да, получается? Да. Откручиваем 5 болтов. И диск у нас разваливается пополам. Вытаскиваем камеру. Вытаскиваем саморез. И ведем его в шиномонтаж. Это ВДшка у тебя там, да? Пыли. Что, скажи, гав. Таким нехитрым движением. На корде, наверное. Да, конечно, нифига себе. Ну сейчас заплаточку в шиномонтаже, и все будет окей. Закипело. Ну вот это финальная стадия. Сейчас накачиваем до 35 PSI и все. Скутер готов. Труженик. Все мы тут помазали, промазали, протянули. Движок почистили. Там были люфты небольшие, крепления самого редуктора. Ну, в общем, как раз исправили все это. Подписывайтесь, друзья.